действия. Он мог совершать посадку полностью в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера. Весь полет проходит нормально, полностью штатно. 205 минут. Буран совершает два витка вокруг планеты, снижается и выходит на крутую глиссаду с постоянно заданной приборной скоростью. Равновесное планирование под четким профессиональным присмотром не только с Земли, но и с летящих параллельными курсами истребителей и приземление при посадочной скорости в 330 км в час, улетом гажа в 130 и переменном попутном встречном боковом ветре. И все. Остановка в торце посадочной полосы аэродрома Юбилейный на Байконуре. Так нынешним днем в 1988 завершается этот уникальный, первый, единственный и последний полет отечественного корабля многоразового использования «Буран». История одного дня. Все интересное об истории вещей, людей и событий каждый день для вас рассказывает Александр Бунин.